Состояние горняков, пострадавших во время взрыва, улучшилось. Об этом сегодня рассказали их лечащие врачи. Двоих шахтеров даже выписали домой. Во время ЧП они отравились метаном. В больнице пока остаются двое. У обоих после взрыва в шахте имени Ленина открытые черепно-мозговые травмы. Их прооперировали и перевели в обычную палату. В Карагандинской области сегодня вспоминали еще одну трагедию. На другой шахте, Абайской, ровно год назад произошел выброс метана. Тогда погибли 6 человек. И вот сегодня в память о них на местном кладбище открыли мемориал. Это треугольник из черного гранита высотой почти 2 метра. На камне изображены все погибшие 7 ноября 2021 года. Тогда спецкомиссия установила 100% вину работодателя. На открытии присутствовали близкие горняков, местные чиновники и руководство ArcelorMittal Темиртау. Журналистов приглашать не стали. Начальство промышленного гиганта до сих пор никак публично не прокомментировало новое ЧП. Лишь распространила сообщение с соболезнованиями и пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим. Состояние на момент перевода в палату остается на сегодняшний момент тяжелым, а динамики с улучшением, они полностью в сознании, состояние с улучшением.